случай этот на неделе. Преподнес сюрприз нам в гневе. Захотели кофе мы с дружком попить. В аппарат деньги быстрее сунули в него смелее. Аппарат, похоже, начал нам дерзеть. Кофе налил просто малась. Не дал сдачи, нам прям сжалась. Сдачу, падла, аппарат у нас зажал. Душа от гнева разрывалась. В аппарате крыса кралась. Он скотина сдачу так и не отдал. Позвонив в службу поддержки, предъявили мы издержки. Починить пообещали аппарат. Карусель дал по тележке, покупателей как пешки. Магазин все за покупками спешат. 2 часа мы ровно ждали, не дождавшись, усвистали. Аппарат, там сделаем мы всем бойкот. Мы на кофе начихали, чтобы люди это знали. В аппаратах кофе пусть кто хочет пьет. Эти лохотрона темы создают для нас проблемы. Каждый ищет цели выгоду в деньгах. Мало что подняли цены аппаратов бизнесмены, а для них что сдачу не дали, пустяк. Эти лохотрона темы создают для нас проблемы. Каждый ищет цели выгоду в деньгах. Мало что подняли цены аппаратов бизнесмены, а для них что сдачу не дали, пустяк. Напились кофею, ой, как мало. Сдачи аппарата не дал, да и не надо. Я пойду водки куплю, да и сала. За здоровье бухану тех кидала. Напились кофею, ой, как мало. Сдачи аппарат не дал, да и не надо. Я пойду водки куплю, да и сала. За здоровье бухано тех кидала. Да, вот так вот. За здоровье бухано тех кидала.